сейчас очень сложная ситуация. Война, нападение России на Украину. Я приехал сюда, я единственный с Украины. У меня не было даже флага Украины. Я здесь встретил украинцев, Катю и Эстера. Они подарили мне флаг. Играть во Флориде, в Соединенных Штатах, это большая честь. Здесь находиться, перелет. Все для меня непросто, учитывая возраст. 98 лет. В сегодняшней игре наибольше мне понравился американский теннисист. Он на 8 лет моложе меня, но очень красиво играет. Это была очень красивая и напряженная игра. Для меня теннис, я уже не раз об этом говорил, это жизнь. Я не мыслю себе в этом старом возрасте жить без тенниса. Конечно, в молодости у меня всякие были хобби и работа, но уже на старости лет для меня теннис – это жизнь.